Побывали на перекличке муниципалитетов и поделились впечатлениями от увиденного с журналистами. Международные наблюдатели из Венесуэлы, Парагвая, Болгарии, Боснии и Герцеговины, США и Алжира приступили к работе на выборах президента России в Самаре. Сегодня днем участники миссии встретились с коллегами из регионального штаба, чтобы принять участие в брифинге. Они все три дня будут путешествовать по большому счету по участковым избирательным комиссиям на территории всех муниципальных образований Самарской области. Сейчас они находятся в нашей облсберкоме и, соответственно, переезжают к нам. Международные наблюдатели – это еще один показатель того, что мы не закрыты, Россия не закрыта, а мы открыты, и мы готовы предоставить всю информацию по нашим выборам. Эксперт и главный редактор болгарского журнала по безопасности и геополитике Елисавета Камбурова в первую очередь обратила внимание на явку в момент открытия избирательных участков в городе. Мы проходили два участка уже, а там явка была так солидная. Во время общения с журналистами эксперты отметили, что выборы в России организованы на самом высоком уровне и максимально прозрачны для общественности и наблюдателей. Несколько вещей, которые мне бы хотелось отметить – профессионализм, открытость и приверженность. Люди действительно показывают очень высокий уровень и преданность тому, что они делают. Международные эксперты из разных стран продолжают свою работу в Самаре. Они будут наблюдать за выборами президента России вплоть до 17 марта. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.